Сейчас я вам хочу показать, как в Билайне обменять гигабайты на минуты. Сделать обмен. Заходим в свое приложение тут. После выбираем звонки и обменять на минуты. Вот, значит, тариф 20 минут. 10 минут 1 гигабайт. 20 минут 2 гигабайта. Правильно? Вот у меня остаток 4 гигабайта. Еще делаю меньше 5 гигабайтов. И нажимаем обменять 1 гигабайт на 10 минут. Да, это происходит бесплатно. Все, обмен выполнен. Если вы хотите сделать наоборот, поменять минуты на гигабайт, то заходите здесь в интернет и обменять на гигабайт. Вот так вы можете это сделать. Так. Или здесь есть дарить гиги, дарить гигабайты. Если вы хотите кому-то дарить гигабайты, вы можете сделать дарить гиги. Вот выбираете здесь своего абонента и получается отправляете тому человеку, кому хотите вы отправить свои гигабайты в подарок. Вот так вы можете сделать перевод, то есть обменять минуты, гигабайты на минуты в Билайн.